Вот Марине, что скажешь Марине? Марине, скажи, что... Работа нужна, Марина. Ты Манан очень... Бей. Почему так грубо разговариваешь? Я не грубо, просто у меня голос такой. Синтяо. Пойдем посмотрим, как ты живешь. Окей. Спасибо. А вот хозяин. Аккуратно поднимайся, потому что здесь очень... Это что-то да, ночью было. Nó nói tiếng Xô được phải không? Nó nói tạm được được thôi. Nói đi. Это личная охрана. Я все сейчас понимаю. Он не пускает. Bây giờ con biết nói tiếng Xô, Liên Xô con nói với cái bà Liên Xô này nói là mỗi tháng là phải tới trả, nếu mà ở thì phải. Xin chào. Để con đưa đây nè. Bé này nó nói tiếng Liên Xô được, nó nói tiếng Anh được. Đưa cho cô đây đi. Alo, я вас слушаю внимательно. Дай мне трубку. Алло. Алло. Смена. Ну. Кто хозяин? Присаживайся. Да не. Алло. Да, здравствуйте. Чао. Не кричите. Алло. Алло. You speak English or you speak Russian? My boss. I don't understand you. What language do you speak? English or Russian? Русский or English? Nothing added. Yes. What do you want to say? Okay. She doesn't speak English. Надо ремонт там всяких. Чего ты куришь всякое говно? Ну это электронная сам сгорит там. Жидкость 3%. Какая жидкость? Где жидкость? Никотина 3%. Вот забудь об этом. Почему? Неизвестно, что ты там куришь на самом деле. Ну ты что, издеваешься? Ну у тебя вот крыша едет. Купленная. Ничего мне не едет. Покажи, что это. Вот она, вот такие вот продаются. Что за жидкость? Где ты это покупаешь? На это у тебя есть деньги? Да она стоит вообще копейки. Ну вот это не надо говно курить, у тебя крыша съезжает от них. Ничего не съезжает. Ну, собственно говоря, вот и все. Да, понятно.